парке Скидские пруды прошли общественные слушания. Посетители, руководство и общественный совет парка обсудили работы, которые планируют провести в парке в 2021 году. Установят дополнительные видеокамеры, фонари и туалет на второй стороне парка. В туалете будут две кабины, общая и для людей с ограниченными возможностями. Единогласно проголосовали общественники за строительство большого теплого модуля свободной планировки. В нем хотят проводить разные культурные мероприятия. А это модуль, в котором можно будет посетить и мастер-классы, выставку, и сделать какую-либо презентацию, и любой ивент, и детские развлекательные мероприятия и занятия. А также там, скорее всего, будут систематически также заниматься какие-либо кружки. Появится в парке игровой стол для игры тэгбол. Игра похожа на смесь футбола и настольного тенниса. На входе в парк в этом году отремонтируют брусчатку.